держим. В первую очередь хочу сказать, что слава Богу, что все живы и здоровы. Увидели ребят, вот 2 месяца прошло. Не виделись, все в хорошем настроении. Еще раз повторюсь, здоровы. Самое главное, что у нас вирус прошел стороной. Ну, на самом деле, конечно, все соскучились по футболу, хотим продолжать наш чемпионат, хотим играть. Обстоятельства не от нас зависящие остановили этот чемпионат, поэтому будем, конечно, ждать решения соответствующих органов. Конечно, та ситуация, которая сейчас есть, просто так мы не доиграем. Тут надо, конечно, взвесить все за и против, чтобы это все было связано со всеми санитарными нормами.